Всем привет! У нас сегодня пятница. Слушайте, пролетела рабочая неделя. Я не выходила вообще на твердую почву. Вообще. Как-то вечером не было необходимости, то, что нужно. Там Бианка купила с утра хлеб. Ну, я ж кем же дома, все необходимое берет. А я пока то посуда, то жрачка. Ну, короче, все одно и то же. И не было даже времени, честно говоря, выйти. Предпочитала лучше полежать на диване. Ну, а это ж сегодня пятница. Я говорю, нет, собираемся. А я, видите, Дианкина блузка на мне. Ну, потому что Дианка похудела. И теперь она ее эту рубашку одевает. Она такая удлиненная. И выглядит Диана толще, чем есть на самом деле. Я говорю, так, снимай. Возьмем тебе более молодежную. Ну, а мамка уже будет носить эту блузку для толстых. Потому что когда она была так в весе, мы ей как бы покупали такую одежду. Она выбирала объемную, ну, чтобы как-то прикрыть. Вот. Теперь она худышка. Соответственно, одежда другая нужна. Но пока что уже не лето. Летнее уже не будем покупать. Нет необходимости. Короче, идем на банкомат. Мне пришли деньги с Ютуба. Сейчас подойдем к банкомату, будем снимать. Я вам прям поверну. Поверну прям, какую же сумму мы снимем. А потом скажу сроки. С какого месяца, в каком месяце последний раз мы получали деньги. С Ютуба и вот сегодня. Сегодня октябрь. Как подойдем, так и покажу. Слушайте, вот это вот все, вот эти деревья обсели птицы. Но здесь нужно быстро проходить, они походу здесь и живут. Сейчас я приближу вам. Вон они сидят. Муж говорит, давай быстрее, быстрее. Ну, короче, уже все. Сделали мне подарок. Он говорит, давай быстрее, они сейчас нагадят. Короче, я ему не поверила. Ну и правда, он на рукав мне это попала. Диана, меня птица обгадила. Куда? Выбрал, выбрал. Вот. На рукаве. Заслуженно. Диана. Как заслуженно? За что? С кем? Прицепил якобы на Дианку. Гель, не бойся, не подцепил на тебя, конечно же, Шушин, вообще уже. О, видите, наделали. Диана, отойди. Ашка, я прокварь. Ой, капец, блин. А я думаю, что такой звук? Во-первых, уже же время, да, потемнело. Птицы, по идее, должны все спать. А там такой чирик-чирик-чирик, как воробьи, вот наподобие звук воробьев. Они там уселись. А, сейчас, бекле. Вон, 266. 266 лир. Последняя выплата мы получали когда? В июне, а сегодня октябрь. Ну, то есть, вот так вот. Может, кто-то на Ютубе зарабатывает, только не я. 266.95. А 257 вот лир пришло. Мы сюда пришли, в дом учителя, в парк чаю выпить. Какое дерево прекрасно, видите, в горшке. Это розы, их уже посостригли. Вы знаете, жарко, очень жарко. И, как ни странно, у Дианка с коротким рукавом. И я даже не брала ничего, я имею в виду, никакого пиджачка, ни кофточки. Просто идешь и прям-таки жарко. Завтра у нас план, ведем Дианку стоматологию, контрольный осмотр. Если что-то там есть, то значит будем лечить. Потому что со 2 ноября уже, по идее, как открывается школа, да, Дианка? Диана рада, рада. Сказано зубами. Нет. Я не рада. Ну так, нет, я же говорю, что ты рада, Диана, рада. Никто не рад. Но надо, я рада. Только ты, да. Все родители, только мне, я. Кажется, рады. Потому что 7 месяцев, а ну-ка, март, апрель, май, июнь, июль,
август, сентябрь, октябрь, ноябрь. 8 месяцев дома просидеть. Это мыслимо? Это вообще немыслимо. А мы зашли в Антакья парк. Ты гляньте, неожиданно фонтаны в речке включились. Я даже не знала, что они здесь есть, еще и с подсветкой. А вон котя какая-то. Здесь типа такой этот, слушайте. Крольчатник. И этот, утятник. Но тут еще голуби проскакивают. Видела, здесь ходил такой важный. Он один, вижу. Может, здесь больше и нет голубей? А это сидела там за ними, охотилась кошка. Но тут же ж они за этой самой, за сеткой, за клеткой. Как будто бы в клетке сидят. Наблюдают за ними. Интересные такие вообще эти животные. А здесь тоже. А сейчас утки тут не плавают. Темно. Поэтому тут никого нет. А кто там? А, голуби вот на этой беседке. А, вам не видно. Там есть беседка. Короче, не видно вам. Там сидят голуби. Я думала, там кошка. И черная эта утка. Вон, выплыли, красавица. Тоже здесь плавает круглосуточно. Потом она выплывает вот на тот бережок. И куняют. Погодка бомбовская. Вон она, эта котя лазит. Хочет она утку стянуть. Так вот за ними наблюдаешь, такое умиротворение идет вообще. Плывут красавицы, 3 штуки друг за дружкой, молодцы. Давно я вам не показывала свой балкон. Вышла. Мы, короче, уже вернулись, зашли с Дианкой в Аюсбир и купили там, слушайте, вот этот масенький лучок арабский. Ну, он очень вкусный. Он даже, когда его чистишь, он, во-первых, не лезет в глаза, и он очень-очень сладкий. И вот даже его он отварной такой вкусный вообще. Даже Дианка, насколько лук вот не любит, и то она говорит, когда ты приготовишь, ну вот. Яхни, по-моему, да, вот так вот называется это блюдо. В общем, мясо с этим луком протушивается. Поэтому купила. Нужно будет сделать на дне. Короче, все. Мой авокадо помер. Пал смертью храбрых. Рюзгер его сожрал. Вообще, блин, вот гаденыш такой. Ой, завтра суббота, боже мой, какая я счастливая. Конечно, не знаю, а краску ж хочу пойти купить. Не могу найти тот цвет, который мне нужен. Хочу не кое-что там придумала поэкспериментировать. Увидела, короче, в фильме. Начали с Дианкой смотреть новый турецкий сериал. И мне так там понравилось у одной девочки, как она покрасилась. Вот хочу это сделать. Но пока не нахожу этот цвет. Как только найду, сразу покрашусь. Муж мой, ой, зачем оно тебе надо? А что будет потом? Я говорю, что будет, то и будет, говорю. У тебя и так волосы тонкие. Может быть, не надо, подумай. Я говорю, хорошо, подумай. Я говорю, но я очень хочу. Но краски пока что не нахожу. Поэтому пока все остается на месте. У нас же здесь, понимаете, город маленький, поэтому сильно не разгонишься. Но там еще одно местечко осталось, где можно их посмотреть. Их, в смысле, краску. Мне еще нужно купить себе краску, подкрасить корни. И вот это, что я хочу. Короче, 2 штуки. Вот, и все. Кто тут пришел? Моя рыбулечка маленькая пришла. Моя котя-золотушенька, моя классная котя. А, это ж это, вот. Короче, хочу сделать. Я нашла там на Ютубе, чисто случайно Ютуб мне подогнал, такой классный канал. То есть девушка там такая рукодельница. Я не могу, я уже 2 дня, вы представляете, 2 дня залипаю на ней. Не могу оторваться. Допустим, из детского маленького мячика делают сумку. Сумку делают из коробки из-под сока. Из
пластиковой бутылки делает клатчи. Потом, ой, боже, что она там только не делает. А я вот приобрела себе вот такие вот, ну, тут из-под овощей, да. Эти, как их, блин, путаются в голове слова. Короче, вот эти вот коробочки. Ящики, блин. Мешаются люди и кони. И вот сделаю лежанку для котов. Хорошо бы еще поролончик сюда заложить. У меня уже одна такая есть, но там такой классный свитер был у меня. Теплый-теплый. Я его так натянула, хорошенечко им там шила. О, да, борьба идет за нее. И мне нужно срочно сделать вторую. И вот это вот нужно будет за выходные сделать вторую лежанку. Потому что, ну, уже думаю, через месяц похолодает конкретно, да, помогешь? Похолодает, и они тогда будут лежать. Любят они такие, знаете, всякие, найти местечечко и там вот калачиком лечь. Так что вот такие вот дела. Ладно, рассказала за неделю практически все новостя. Пошла я. Нужно сделать чай. Мы хотя бы хоть и выпили с мужем, но там по стопорю выпили. Как говорится, ни в голове, ни в другом месте. Пойду сделаю и напьюсь от души.